У меня, кстати, есть товарищ, который моряк, он часто зависает в гей-барах, когда выходит на сушу. Говорит, у них просто гораздо комфортнее, блядь. Меньше пьяного быдла и вообще там все заебись. Там нет такого, знаешь, что кто-то пристает там кому-то, там хватает друг другу за жопу, говорит. А это же говорил, что было такое у него. Ну это, наверное, в Москве, наверное, какой-то гей-бар. Может быть. Он говорит, такие приятные люди вообще не. Да, у меня есть тоже история, но на стриме я рассказывать не буду. Эх, жаль. Точнее, это история Артема, но... Эх, жаль. Блин, это еще там, интереснее там стало. Пиздец. У него тут точно какая-то история будет. Ну, может, как-нибудь без стрима расскажу, если он разрешит. А есть модератор у меня поставить игру? Я тоже, кстати, есть история. О, начинается. А 340, ай да. Трака или что это, я слышу? Да, она прям здесь, ебать. Пизда мне, ребята. Что случилось? А, не, я ее убил. Она мне пол хп сбила. Ого. Ого, а что так много? Угу. 330, да? Бля, почему я слышу, у меня микрофон Дима? А, как на поезд. Пусть, да. Ты войс только что говорил? Может, сворачивался, разворачивался, может. Да, на альт, наверное. Да, то есть, да, то есть я очень свит. А, да, да, бля, Димас, прекращай. Перед нами... Да! Перед нами типы! Бля. Я тут один мид бросаю, осторожно. Давай, давай, я вообще, я играю медленно. Есть кьюшек, можно? Есть кьюшек, можно? Артюха, сзади, Артюха, сзади, Артюха, сзади. А, я все попал. Где? Сзади, сзади, сзади. Я не знаю, он подмечен, по-моему, на компасе. Скажи, Асимут. 285 от меня. Я все, ребят. Понял, брат. Один с хитом. Бля, не попал, не попал, не надо, не иди к нему. А, блядь, меня хуярят. Опа, он упал, все. Я шприц забыл мне... установить, пристав. Вот. Он выбегает со мной. Я хиляюсь. Ой, бля, мне очень хуёвый, там я двое. Я понимаю, я ушел хиляться вообще. Мне, у меня одна полоска осталась. Я не понимаю, как играть в эту игру, вообще не понимаю, блядь. Там двое. Я понимаю. Я второй раз играю за последние пол, наверное, или год. Блять, не тот хант стоит, я... Разве? Я просто на похуй тыкнул хант. Я даже не понял, почему я не перезарядился. Да, меня прострелило разрывной хуйней. О! Бля, с арбалета. Да, челик с арбалетом. Бля, Димас, ты реально... Я там так обходил. Арбалет? Я забатил. В смысле, я забатил, он сзади тебя обходил. Тише, 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 тише. Арбалет взрывающимся... Блять, можно сказать, арбалет взрывающимся разрывным болтом. Ай, иди. Вообще, я был вообще в другой стране. Да, мне тоже эта хуйня. А это не ты был, бля, извини, Арсюха. Я думал, это ты. Я просто не видел Ники, я что-то подумал, что Максим обошел. Прикорите, что со мной случилось. Я нормально воюю с типом, разменюсь, думаю, сейчас шприц гасану себя. А оказывается, если ты шприц использовал, надо новый покупать. Ну да. Ну я нажимаю, а у меня нет, блядь, его. А у тебя аптечки не было? Ну да, но это долго. Я ж типом прям в экшене, блядь. Нужно кольнуть и идти дальше. Я просто на нубик, я никогда не понимаю, как ставить метки, типа. Научите, правильной кнопкой, колесиком. Понял, спасибо. Буду уметь теперь. Бля, я так обходил на самом деле там охуенно. Димас кричит сзади, сзади, я не понимаю, что. Ну я просто увидел сзади, он реально обходил нас, то есть, знаешь, ну, подебать мог кого-то. Я вижу, кто стоит. Я начал кричать сзади, ты меня со мной начал общаться. Я подумал, что это ты. У меня почему-то меню зависло. Вот ранним мосинку, как вам предложение. Это я трай, но вы будете говорить, да, Максон. А как заряжать, блин, по-быстрому? Я что-то не понял. Что значит по-быстрому? Ну, пулю зарядить сразу, на какую кнопку. Если зарядить. Ну, всунуть. Вот я выстрелил, и как обратно? R. А DLC-шного как мне взять? Или никак уже, если я потерял? Ботники нанять? Ну, на него можешь каждый раз его хоть нанимать. А, да? Нихуя себе. Да. Но он будет без ничего. Он будет пустой, да. С перками, типа, но... Ебать, я, конечно, дал джазу с этим, скажи мне, со шприцом. Вообще пиздец. Так, а какой ты Мосин прям берешь, да? Как он называется? Я взял. Он у тебя его нету. Мосин Наган 1891. Я тебе рекомендую вертель. Это очень хорошая пушка. Вертель. Куда там нам? Нам на... Ух, ебать, близко 30. А я буду 24 часа хуярить 15 числа. Очень. Если завтра все пройдет хорошо, у меня уже будет хата завтра. Держите кулачки. Держим. Не моя, но в смысле, будет куда съезжать. 15-го, Димасен? У меня 15-го, да. А у меня 16-го, ебать.
По очереди. Если что, Дима, я номер два. Видишь, что тут подсвечивается? Типа один и три. У меня два. А, вот эта хуйня, это. Максима это, один, понял. У тебя три. Ты номер три, да, Дима. Максима еще раз. Номер один, как это всегда. Я под бабку, блядь. На меня мухи напали, блядь. Давай. Ебаный рот. Прикладом, Дима, как? Прикладом. Ва. Где нахуй? Я... Всё, молодца. Ебаный рот, блядь. Много сняли? Ну, они не успели вторую большую снять, одну маленькую, получается. Так, если маленькую сняли, то все, пизда. Ну, у тебя ваншотнут. Да, а у меня яд, он пройдет? Да, яд пройдет. Яд пройдет. Давай я убью его, эту мухоловку. Давай. Так, просто ты уже на небо бежал так. Ну ладно, можно же так. Да правильно. Нет. Ну мухи на мясо, как бы, сняли, в принципе, похуй на них. Если маленькой нет, лучше ее хилить этой хуйней, да? Да. Да лучше аптечка, когда не файт. Да, шприц используй только когда прям горячо. Шприц или аптечка? Шприц тогда, когда тебе нужно быстро захилиться, а аптечка, когда не быстро. Шприц зарегенит тебе сразу все и быстро. Сразу? Одноразовый. Я тебя видел, ты вроде не сразу регенит. Ну, хилился бы я супер долго и по пайтой, по полосочке. А шприц регенит все и сразу, и довольно быстро. Я по бревнам. Ебать, пойду. Мужики, вы че, блядь? Я ж местный, нахуй. Ребята, а сил-то нет, блядь? А, нахуй. Сломал его. Один мясник, мне кажется, его уже пиздит. Да, возможно. Я пока отдохну чутка. Стамина на ближний бой вообще никакой. А, у меня же хуёвый шприц, да, он меньше зарегенит. Правда. Самый бойнутый шприц, как по мне, это вот с ядом. На 30 минут просто... На 30 минут? На 30 минут на тебя не действует яд. Ого. О, здесь это, есть восстановить здоровье как раз. Никому не надо? Там тебе срака наверху уходит. Я пойду ебну ее. Давай. А здесь вниз спуск. Тут, наверное, может это быть. Я пойду спущусь. Может. Дал подсказочку? Да. Ну на 330, либо на 30 просто. Ебать, здесь катакомбы. На 330 пойдем. Осторожно, тут пипяка мэн. Дима, вылазил бы ты оттуда, ебаный рот. Я думаю, здесь вот второй выход должен быть, по идее. Да, это выход. На кого собаки сарились? На меня, по идее. Да я под землей был, я не знаю, не агресса под землей, когда я. Там и горящий мужик бегает. Ага, это походу на нас. О, что-то жестко. Пойдем. Сука, я хочу эту псину убить, чтобы она не лаяла, блядь. Не получается, не попадая. Что-то ёбнуло. А, это ты, да? Нет, это не я. Поможешь горящий? Да, помогу. Бля, он меня ебёт, пиздец. Бля, да я ему две пьюхи дал, и нихуя его не вижу, блядь. Дал ему еще одну, я загорелся, блядь. Пизда, мне два нахуй бара сгорело. Сейчас, ты вообще сейчас дропнешься, нахуй. Да, сейчас дропнусь. Не очень хуёво. Наверное, такого все будет надо горячего. Прикладом надо его бить. Бля, сам прикол в том, что горящая эта хуйня мне же типа не вернет хп, я буду сейчас бегать с двумя полосками. Вернет, она медленно возвращает. Разве ноль полностью сгоревшая, да, по-моему, да, не возвращает? Возвращает, у меня возвращало. А, полностью? Да, у меня два полностью сгорело. Жесть, ебать. На уровне конфига, ну, приоритете? Да. Приоритеты?
Ники, блин, я не совсем шарю, как это сделать. Мне было бы здорово, если ты объяснишь. Понял. Мясника долго уродуют. Кинусилку, давай после катки, я сейчас не смогу мы открыть. Мы уже знаем, или мы идем за подсказкой? Мы за подсказкой идем. Там же церквуха всегда сгоревшая такая. Хуй знает. Next конференция, канал Games Radar. Ну, вроде через 20 минут будет. А где эта хуйня? Подсказка, что-то я не вижу. Вы пришли, и вот она. А, она сзади, да? Да. А, вол. Эту хуйню, кстати, можно взять, там ящичек такой, в нем бывают прикольчики. Ну, да, он у нас. Ой, блядь. Хуеть, папаня. А здесь пожар не начнется? Я пошел в ближний бой туда брать и идти ломать ему хуй. А он в подземелье где-то, да? О, хилка нужна кому? Вот да. Стоит, халява. Да. А у нас несколько... чел! Хитом! Лежит! Меня сзади убили. Еще в упор. Я на кого-то сусу. Я отхожу. Один живой у них. Сидим. Пилочку можно вмазать. Я же вмазал. Еще одну можно вмазать. Кто будет обходить сейчас? О, Димас, с тобой уебан побежал. Огненный. Готов приклад. На вида. Не, он не за Димасом. Нет, он не за Димасом. Нет, не за мной. Ну что, их сжечь по-хорошему? Как? Кинуть этот, можно этот ящик? Молик на типов, да. Сеня, а снизу кто там подергал цепочки? Да брал. Этот, блядь. Ёбище это. Тот фонарь, чтобы сжигать. А у меня есть типа молик, просто нужно подойти. Надо убить это... огненного. Факт. Ну, жизнь он не заходит ко мне в комнату. Вам нужно быть вместе, мне кажется. Они сейчас могут разрезаться же, нет? Не. Могут. Вас никто не смотрит за ними, да? Ну я не вижу просто, если выползят. Рядом со мной слева лежит чит, тип вот слева. Да, да, группа. Я вижу. Вот я вижу, я вижу, я вижу. Подсвети. Блять, это моб. Да один нахуй. Резай. Видел только макушку, и скорее всего моб. Резай меня. На какую кнопку, на F? На F, да. А, бля, я сейчас сдохну нахуй. Давай. Так, окей. Подожгите, если есть чем. Да, сейчас. У меня тоже две полоски осталось. Я одного сжигаю нахуй. Сзади пришел еще один. Прямо передо мной. Пистол. Дал. О, хорош, мы его для с тобой раз это. Да, разъебали. Ну, можно залутать с него хилки или нет? Да, да, если повезет. Может быть из другой команды. Он сразу рипнулся, как раз третий. А, да все, он рипнулся, как будто его не зарезнут, блядь. А, типа, да, все. Я нубик. Вижу еще одну команду. Подсвети, понял, да, вот там. 95, да. Ага. Убил, я убил одного. Да, я иду пушить справа. Вот там он, да, за этим деревом. Присмотришь труп, увидишь, если что? Я не вижу, нет, он как раз забежал, ему чисто в жбан дал. А хедшоты сразу инстакил? Да, хедшоты инста убийство с любого. Бля, я ворон пуганул. По мне, справа. Меня ёбнули, я не понял откуда. У него оптика. У этого типа оптика, я не знаю откуда он ебашит. Я вижу. Блять, не зарегало. Убил. Нет, это он разве, Дим? Не знаю, не, еще не, есть? Не, другой, еще я оказался, еще другой. Один должен быть. Под бревном, который стрелял, вот здесь вот. Подсвети. Я убил вот за бревном, я убил да, за Да, убил одного. Здесь, ага, значит он. Ты убил? Не-не-не-не, я за него стрелял. Один еще, по идее, жив.
Арсений там в агрессию играет, Дима, давай тоже. Ой, блядь. Это что? У меня есть. Резай меня, разрезай меня. Арсений, тяни время. Мне кажется, это другой склад, если честно. Да? Меня уже подрезали. У тебя 1 хп. Да, я буду поодаль держаться теперь. Вижу, вот женщина. Попал еще раз. Она у неё плохо. Там хуёво, наверное. Не, походу, это походу другой склад. Дал. Чё много доктора дал? Как не зря, это, ты шо? Это другой склад. Это другой склад. Понял. Открылась дверь. Убил вроде одного. Я убил одного гранатой. Выбежал за дом. За дом выбежал. Слева дома. Поставил. Вот он. Дал хит. Дал тоже. Хорош. Еще видел. Вот там. Еще там же. А, я могу передергивать, не заряжать следующий. Я... Вау. По домам. Дал хит. Дал хит. Есть. Хорош. Да, это еще три. Еще один остался, по идее. А ты же нокнул одного, говоришь, и мы еще двоих нокнули. Разве да. Ну. Двоих это всего. Со старого склада. Со старого может быть. Изучите дыры! Дал хэд. Хорош! Ебать, я даже не чекал его. Мощно. Пиздец, мощно. Криса. Да, третий. По идее, три склада мы убили, не? Не знаю, блядь. ХП нет вообще. А никакого, я после каждого, блядь, выстрела перезаряжал свою хуйню, оказывается, я мог стрелять, не перетягивая, да. Блядь. Ты можешь раз. Ой, раз, блядь, пиздец, я каждый раз перезаряжал. Ой, блядь. Это вот самый смешной чел. Как чел, ты увидел? Блядь. Ну, типа, я ожидал же, что еще один челик где-то. Ебать, что это у него за ствол? Какой-то, блядь, лук. Морской волк. Охуеть. Здесь еще три трупа можно заботать. И есть поджечь молик какой? Подождите, а вы Град! Точно... Это моя. Это... Что это нахуй? Ебать, что это? Сколько вы убили? Не вот знаю, как посмотреть. И там три. Там три, и тут два. Еще один где-то там... из этой команды должен быть. Там три? Там не четыре или случайно? Нет, здесь три, блядь. Я же одну гранату убил еще. Ой, а где волк? Ты убил? Покажи. Нож. Вот где-то тут я убивал ее. Я сюда бросал гранату. Там снизу двое человек, да. Два вот. Человека снизу. И один слева лежит на дороге. Три, и все. Никого ты гранат не убивал, получается? Блядь, ну я же слышал, как она кряхтанула, когда я убил гранату. Может, попал просто гранатой? Не-не, она прям там звук именно убийства. Поищи. Может, тебя подняли сразу же после этого? Может, нужно найти этот. Значит, еще один может быть. Жечь, есть у кого жечь? Жечь? Да, у меня есть, но... Пойдем подожжем одно тело. У меня, наверное, есть, у меня жечь. Пошли. Молотов, да? Молотов надо. Да. Идете? Да, сейчас да, все скину. Я под домом не надо поджигать? Нет, забей, это там тоже три трупа. Вот чел отдыхает, здесь один. Надо пожечь, я стою на трупе. Вот, я поджег одного. Ружье бросил, знаю. И вот еще один. И жги его. Потому что этих двоих мы убили, третьим мы не знаем где. Ну, так, еще раз, давайте проверим. Вот один труп. Да, и там двое внизу, и тут двое лежит. А где третий? А ну я постреляю, Дима? Или лучше не настрелять? Кого стрелять? Я хочу посмотреть, как Ирвле стреляет этот. Давай потом. Это странная хуйня. Вот один, Димас, где ты? Тут еще одного. Я по домам, да, здесь два трупа прямо вот по дому. То есть Мосинка. Ну, блядь, значит, походу еще один есть. Ну, Мосинка. Или мы просто где-то не можем найти труп. Один еще пришел к нам, я помню, хуй знает откуда впереди. А, там те три других лежат, да. Где-то один чувак еще живой, по идее. По идее, либо мы просчитались и... Не-не, считали мы нормально. Либо его убили еще до нас. Факт. Ладно, пошли, хули нам тогда. Ну, Собянин, да я хочу поставить чего-то не своего, потестить другие пушки, чтобы понравиться. Я не нашел. Да, мне кажется, что я видел. Самый первый. Нет, то револьвер главный, типа, вроде пистолет нам нельзя поменять. По-любому надо убить этого... Эти ребята отдыхают, потом пистолет. Да, пошли бутчера валить. Следующий раз. Вы не туда пошли, ну ладно. А не здесь спуск? Вот здесь у меня. А я просто хуй знаю. Я буду стрелять по нему, в пизду с ним ближним боем. Одна полоска у меня. Ну да. Могу дробовик взять? Можешь. Сгоревших охотников нельзя обыскивать. А, сгоревших нет.
Его поджечь не лучше? Ой, блядь! Нет, его нельзя поджечь. Он иммунный к огню, да. Он сам поджигает всех. Пойдем злой. Есть такое в нем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тима, нет! Блять, ну у меня полоска, полосочка, полосочку нельзя терять. Шотгана тоже хуярю его. Блять, у меня попал? Да, поджог. Он бежит за тобой, Сень. Не, уже не бежит, Сень, он съебался просто. Ему больно, походу. На вас пошел. Тройка, тройка. Я его в капкан загнал, ему пизда. Без головы остался, слышь? Сейчас дробовика ему нахуй. Да, блядь. Сгоняйся. А? Да. О, фул хп, кстати, дал. А мне одну полоску зарегенил. Ну, походу, из-за того, что у меня был, типа, сожженный. Сожженный, угу. На мостинке одна пулька всего. О. Что, три. Ну все. Блять, зубу. Да, да, Сеня зацепил там. Мы на улицу выйдем или здесь посидим? А, тут постоять. Я тут постою. Блин, получается, я мог выхилить эти кубики сгоревшие, но что-то меня не хильнуло, я вроде хилялся. И это только боссом. Поэтому с Димасом нормально раскинули сейчас скиллы. Пошли, он попадает, я убиваю. Я попадаю, он убивает. Ничего, блядь, вдвоем так хуякс-хуякс. Дуплетом. Фокус файл. А самому что-то не получается, понял, очень сложно. А вдвоем это прям идеальная хуйня такая. Я понял, что прикол. У меня типа две маленькие полоски, у тебя одна большая была, поэтому она восстановила так. А, да. У меня три больших и все на этом. Следующую презентацию смотреть? Не знаю. Может быть. Походу бы посмотреть, наверное. А над нами эта церковь горящая, да, получается? Ну, не совсем, но да. Да, да, она. Я, в нее можно подняться. Прям подняться? Да, вот у нее подъем прям. Там, где ты сидел. А, ну да. Этот вход посмотрю. Блять. Эверс, скорее всего, всех. Но, возможно, есть еще один. Мне кажется, всех тоже. Мы еще и пожгли всех. Сколько пачек закидывают? Да, вроде как 12 человек. Три пачки. В итоге 12, да. 4. Тогда уж если три пачки. Ну да, три, типа помимо нас, я имею в виду. Да. Тогда 4. Но мы застрелили три пачки. Одну здесь, одну, которая она скемпила, и одна вон там далеко, под домом лежит, отдыхает одна. Ну там типа, который убегал, я очень сильно в голову. Пиздец. Да мы, блядь, одного увидели, тычка-тычка, он умер, блядь. Второй перебегал справа налево, блядь, тычка-тычка. Они приголубились, блядь. Сейчас заберем ВК, посмотрим на Верочку. Моя выход и такая, заебемся бежать, ну главное. Давай ты смотри. Давай. Не, никого нет. Ну все, пошли туда. А выход нам на север, северо-запад. А здесь север или фаер? Да, да, конечно, есть. Ебать, ты шо. Можешь пострелять, Димас, если хочешь. Хотел пострелять, помню. Да, я уже поменял пушку, я хотел с пистолета револьвера пострелять. Если через труп убежать будем, разве что. Да здесь можно все стрелять по этим ботам, фармить экспо. Угу. Все, что живое видишь, можешь хуярить.
Ну уток-то не надо, блядь. Бля, ну ты же так сказал всех. Да, никого вообще. Они иммунные. Ну, нормальный заходик такой получился. Разъебали все, что видели вообще. Кроме нас никто не воевал. Мы против одних, потом мы против других, а потом мы против третьих. Ебать, если там продолжается дискуссия этих консолей ПК. Надо точно сравнить, блядь, презентации Sony, презентации ПК Gaming. Не, чё, на самом деле консоли — это нормальная штука. Типа, ты покупаешь, ну только в том случае, если ты фанат одной игры. Потому что если ты будешь фанатом игр в принципе, то консоль тебе не подойдет. Ибо у тебя две игры стоят как одна треть консоли. Да, факт. И все, кто говорят, типа, что ебать, на капец за 30 тысяч тебя не потянешь. И же да. Игры, как консоль потянет 30 тысяч. Ну, блядь. Не, ну да, на самом-то деле, ПК... Ну, потянет? Нет, не должна. Нет, ну, я имею в виду, ПК не потянет. Не, потянет. Да, потянет. Но, блядь, на Соньке эта игра будет стоить... 5 тысяч, а на ПК 500 рублей, да. Ну, так и есть. И, типа, если ты любишь играть, условно, в FIFA или... Это что? Это ты, да? Ой, блядь. Если ты фанат реально одной игры какой-то, там, типа FIFA там или еще что-нибудь, UFC, да, и ты ебашишь, но вот только в нее тебе больше ничего не интересно, конечно, тебе выгодно взять консоль. Ну, с учетом того, что UFC еще и нету на ПК, я имел в виду, то там, блядь, любую игру возьми, которая есть и там, и там. Но если ты хочешь играть во много разных игр, да, вот, например, как мы там и в Хант играем, и в Хуянт, и во все остальное. Ну, есть же еще подписка, типа, которая дает там игры раз в месяц, но там такие игры, ну, блядь. Нет, там бывают и нормальные игры, почему-то ебучие подписки, но... Кстати, да, подписка, на самом деле, это меняет дело, я бы сказал. Единственное, что, по-моему, там мультиплеера без подписки вообще нету, блядь. Да. Правда ведь? Там же нужна Правда? Обязательно подписка, Правда? Если ты хочешь играть в мультиплеер. А на ПК тебе никакая подписка, чтобы играть в мультиплеер, не нужна. Разве что ты играешь в World of Warcraft. Я, блядь, вообще, если честно, не поверил, когда первый раз узнал про то, что нельзя играть в онлайн без подписки. Да, аж. Это безумие, это до сих пор безумие, пиздец. Пока не топ толковых эксклюзивов, потому пока гейминг такой себе. Да, какой эксклюзив ты хочешь прям поиграть на PS, который будет? Да, Симпомагия спрятана, но в России не работает. Horizon Zero Dawn? Я никогда не был фанатом этой игры, но это, наверное, имхо. Я считаю, игра эта сделана убого, блядь. Мексти есть друг хороший, он прям балдеет по этому Horizon. Прям говорит, ебать. Нет. Вы не знаете его. Никогда не разделял, говорил, бля, говно-говна. Я никогда не понимал, на херачек за это эксклюзивы на консоли. Так потому что консоли за это платят деньги, алло. Если ты хочешь выпустить условно какую-то... О, можно съебать полосок, можно сделать себе еще. Мне так долго да, мы убили реально 8, значит, 9 где-то был или его убили. Вылетел из пати Димас, а не вот он. Мне очень долго загружалось, только экспа начала капать. Значит, так долго. Только можно скип нажать. Не, у меня именно колесико крутится. Sony условно платит за эксклюзив, чтобы больше нигде игра не выходила. Но сейчас есть послабление, и... Игры все еще выходят на ПК, но спустя полгода, год, смотря как договорятся. У меня много друзей, которые покупают новые консоли просто для того, чтобы играть в FIFA. При этом она есть на ПК, но они говорят, что на ПК это FIFA говна, там типа дохуя бузеров, читеров, прочей хуйни. Как на плойке уже. На плойке типа таких нету. Нет, там нет мультиплатформы. Не, нету. На FIFA нету мультиплатформы. Потому что мы поэтому и перестали с ними играть. Я раньше что у них в клубе играл, а не в Zero Boys. Как еще, бля, был в высшей лиге, так сказать. Они сказали, что мы будем играть на PS. Что, блядь, ну? Они даже не на PS, они на Xbox играли, вой, блядь. Ну вот на Xbox может быть, кстати, мультиплатформа с PS, в принципе. Не думаю. Питер и FIFA, что так? Сколько раз мы на них попадались, блядь, которые там бегали, да. Гиганты, хуянты, блядь. 100-100-100, блядь. Выносливость бесконечная, 100-100-100, блядь, там, да. Когда типы, блядь, 1.20 ростом бегают, ну. Когда по факту ты не можешь сделать настолько низкого персонажа. Пендики.
игру, которую крашат, но мы там такие редко попадались. Они больше в этих, в Ultimate Team сидят. Вот так вот. Ты сраку пойдешь убивать? Ебать! Видел? Че? Залез как? Вы не видели, как я запрыгнул? Меня подкинул как на трамплине, блядь, с этой лодки ебаной. Я заметил, что ты... И моей голову надо бить, голова справа. Блядь. Ну ладно, буду знать. А чё-то ударил по этой, блядь, на говняшке из головы штрафит. Это улей. Блядь, если хилку найдёте, скажите, я потерялся. Это антидот, Максим? Вот хилка нашел, Димас. Типа, висаешь в начале игры, ну, 30 минут тебе с головы хватит, никакие мухи заебывать не будут. Охуенная тема. Что, пошли? Дальше? Да, да, пошли. 50-75. Ай-а. А, это дядя Джонни за мной, блядь. Тише, дядя Джонни. Она меня только что отравила, я ее сразу убил после этого, и отрава тут же прошла моментально. Да, да, ну там мухи хорошо умирают. У вас что, как? Я помню, до этого отрава долго держалась. Будет помощь по чуваку? Я сейчас она убивала, ножом, пожалуйста. Я ее убил, у меня такого не было, Максим. У меня, походу, урон. Выстрел. На 195. Да, и еще один. Пошли? Пойдем, пойдем. Забейте на эту подсказку. Пойдем. Сара. Тетушка Сара. А там справа дядя Бен, блядь. Сзади Дима, дядя Бен. Дядя Бен. Там, блядь, по тебе, вон там. По тебе, Дима, по тебе стреляй. По... Я не слышал стрельбы. Вот оттуда выстрел. Понял, я ушел. А я не слышал стрельбу. Я тоже не слышал стрельбу. Я видел, блядь. Вот там где-то. Понял. Вспышка оттуда. Я не знаю, вы слышал я выстрел, но там вспышка как от выстрела была. Вот там, напоминаю. Где-то вот там. Понял, понял. Там... В трубу нихуя не вижу. Ну, могу слышать или стрелять. Здесь а вспышка тогда бывает? Да, да, был... ну, мне кажется, да. Ну, просто звука вообще не было, 100%. Я тут никого не вижу, если честно. Бля, отвечаю, вспышка была прям как от бустера, такой пш. Я никого не вижу здесь. Ладно, давайте охладим трахань. Бля, если у Максима шиза. Меня собаки увидели. Они не увидели. Я просто уебываю. Так, тут я срака. А вот честно, меня отравило хорошо. Горящий мудак сзади. Я бегу помогать. Давай. Охуеть, помог, блять. Блять, а что за хуйня? Ебать, у меня кастет, короче. Я не понял. Короче, я... Дима, давай бей там собаки. Дима, иди сюда, быстрее, блядь. Ладно, пошлите. Максон, у тебя сгорело кубик, нет? Половинка кубика сгорела, а шо? Бля, нормально, у меня просто кубик. А, короче, я понял, кастет и нож в одном. Если ты жмешь, типа, левую кнопку, он бьет кастет. Если зажимаешь, бьет ножом. Я нажал один раз, и он уебал ножом. Это пиздец. Я не зажимал опухоль, в том-то и прикол. Нет! Нет! Дима, сзади. Выстрел, кстати, нет, надо как-то. Да, они перестали, а мы бежали прямо сюда. Пошли на улику вон там тогда. А справа улика не ближе? Справа? Да, давай на неё лучше. Ай, сука, сбил мне маленькую полоску. Зарюка. Ты её хилочкой, хилочкой. А у меня, кстати, маленькая хилка. У меня сейчас обычный перевесный пакет восстанавливает 100% хп, во. Прикольно. А, тут только этот. Теневой гандон.
По-моему, в зависимости от того, насколько тебя отравили, так долго она и держится. Если там на полкубика маленького, тогда вообще быстро спадает. А если тебя долго травили, то долго держится. Горячий мудак, Дима, регень стамину, нужна помощь. А чего его? Кастетами нормально? Нет, 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 блять, только прикладом. Кастетами нормально, кастетами нормально. Его штыком, нет, штыком хуйня, Димас. Блядь, только что Димас... Ну я на В штыком ударил. Ты не похоронил, блядь. Да, то ты ему говоришь, Димас, не-не, кастетами не бей, Димас. Огненных только тупым оружием, а... Да, да. Я нажал на В, чтобы удать прикладом, а он ударил этим. Это вы уебашим? У меня стамина на него не хватит. Да, потому что Димас у тебя штык-нож. А как его убрать? Никак, легким ударом бей. Не зажимай просто. А, это хуйня дальше, нам сюда не надо. Тут дядя Бен. Я наверху пошел улику искать. Она наверху, что ли? Да. А, в натуре. А тебе аптечку найдешь, скажи. Я могу тебя так полечить, надо? Да, у меня есть 3 штуки, я просто, чтобы не тратить. Так потрати, вон поди возьми. Вон там должно быть. Видишь, я подсветил? Ага, ага. Там а, можешь найти. На выставке, говорят, охуенные игры показывают. О, да. Ты сказал. Ты забрал улику, да? Пошли дальше на 195. Погнали. А, ты тоже мог взять? А я уже да, не могу. Два раза можно брать. Понятно, но у меня все равно все есть. Ничего. А что за игры там, мужики? Блять, топором меня ебанул. А, она прям здесь. Ты где? А, на севере. Ну пошли. Мы там... Это там выстрел, да. Это, кстати, близко, это не там. Это где-то с другой стороны кладбища, блядь. Да. Это на N. Да, да, на N. Вот ну, это... Урон сейчас. Аптечка, аптечка еще нужна? Уроны вижу. Кто это сделал? Мы с Димасом пробежали. Да нихуя, мы далеко были. Да. Это тень, походу, ебут по звукам. Здесь боезапас, походу. Какой-то расходничек я взял, непонятно. А как взорвать красную бочку сразу? 2 раза надо стрелять ее, да? Нет, один раз она со временем взрывается. А как я тогда взорвался сразу? Или она... Может, там ловушку поставили. Там можно поставить ловушку, ты на нее наступаешь, она типа взлетает, сразу взрывается бочка. Нихуя себе. Челики, перейди по дороге! Блять, не, зомби ебаная. Она меня спасла. Ань, посидите. Блять. Дал хит. Одна лежит. Там же левая, еще одна. Упала. И по мне, еще да, там же. Дал хит, он тоже во мне. Нокнул. Топ минус 3, окей. Я шприцом замазал. Молодцы. Поищу шприц у нее. Пиздец, не вовремя он, конечно, вышел, блять. Мне... Он стрельнул, кстати, я специально не ударил зомби 3-й раз, и он убил зомбию. Пиздец. Бля, я хуйню какую-то нашел, а не шприц. Мазаться не получится. А каждый может обыскать? Два раза. Если ты там подойдешь и одновременно нажмешь, то можно 3. Даже а так? Да, но если одновременно все нажать, то 3-й раз. Абуз. Ну, есть, теперь есть. Ворона, нет! Нет! Блять, я понял. Я не совсем... Я нос чесал. Смотри. Фокс. Опа. Тень ебаша. Это тень ебаша, да. Изгоняют, походу. Вот вышел. Дом с арбалетом. Двое. На втором этаже пометь, метка, вот здесь, метка. Вот здесь. Второй тоже с хитом, оба с хитом. Один лёг. Я внутрь зашел. Ног второго. Один еще живой. Один. Я бегаю еще лёг. Ты веришь, что первый лёг? Да, твой лёг, я видел. У них минус 2. Я подожгу одного. Ты. Давай. Бля, все с арбалетами. Вот еще фонарь, где второй? Внизу на первом подо мной, вот здесь. Иду.
Ага, вижу. Она изгоняется? Поджог хоть? Второго. Нет, она тут летает. Я ее поджог. Я поджог этого мудака на тени. Надо потихоньку кувалду взять. Ой, блядь, по мне на первом этаже. Да. Дал хитома. Ему пизда. Меня убили. Я убил. Ему пизда. Я сознание. Ой! Поднимай, Димаса. Нет, тень! Куда? Да забей, она не дамажит. Он без урона. Там и слабый босс. Я пойду возьму себе для него бой что-нибудь на него. Давай. Вот у вас новый, да, был? Игра. Ну, мы убили шестерых пока по счету. Да, еще будешь склад бить. Ну, тебе стрелялись? Ну, да. Я молот взял. И он Парсик, там, ты потом посмотри в записи, просто хорошие игры, да и все. Нахуй сейчас их стрелять. Да спокойно, не стреляй, все нормально. А с чего, как я хрень? Да так с кувалды пизды ему дать нахуй. Ой, я нашел топор. Тима, иди снаружи, да, посмотри, чтоб к нам не пришли лучше пока. Мы пока тут разберемся, слышишь? У меня. Вот он. Пизды ему, блядь. Стаминку регеня. Угу. Он размноживается, типа, или что? Да. Он за тобой, Сень. Да похуй. О, бля, ладно, не похуй. Чего было похуй? Больно сделал мне. На стене, блядь. Блядь, ты ебал не топорами, блядь, бросаться. Мне нужно найти хилочку. Он к тебе идет. Понимаю. Я пока с ним поговорю, давай. А нахуй, блядь. Размножается, походу. Все, отдыхает. Похилить тебя? Уебать. Не надо, даже фулл хил после того, как мы убиваем его. А, да. Один склад остался. Работает. Если остался. Я думаю, есть, если честно. На, я тоже так думаю, но... Смотрим. Да, есть еще один, правильно? Что за патронами сбегаю? Так эти точки эвакуации одна, они там еще могут кемпить? Да. Две, три точки эвакуации. Три я одну вижу. Наверху, сверху, и справа еще одна, и снизу еще одна на карте. Да, точек дохуя. Ты не видишь? Самая правая верхняя часть карты, посмотри. А-а-а, я думал, вот красный квадрат — это вся карта, где мы находимся. Да нет, ебать, нормально ты. Я приблизил, так смотрю, ебать, мы огромные. Сервера вряд ли придут. Я уже это понял. Труп на улице где? Карты, да, вроде карта. Зомби. А, нет, не зомби. Или зомби. Где? Да, охотник, у меня здесь труп лежит. Ну, может, убили двоих, правильно? Ну, я не сгорел. Убили два, третьего внутри, троих. А, ну я третьего убил же. Ну, мы убили троих внутри. Вот снаружи один еще лежит, видели? Ну, троих внутри... Снаружи? Нет, три внутри, один снаружи у меня, да, все правильно. А, ну значит это другой склад. Ой, я растяжку. А, ее сломали. Я его подожгу. В смысле? Вот у меня три человека рядом лежат. Где еще третий здесь? Вот два рядом, где еще третий? Вот у меня, я его поджег, да. Да, труп. Ну и вот здесь. Вот здесь я еще убил одного. Да, все получается. Вот тут еще один. Я нашел еще два трупа, вот. Ну, значит, их разъебали. Так уже никого нету, да, стоп. Можно идти спокойно стрелять по людям, блядь. Угу. Да. Да, завали ебало, коник. Что ты так? А кто это сказал так? О, собачка. Доги. На тебя, Сеня, по-моему, собака разозлилась. Нет, это не я. А, нет, она на меня разозлилась. Бля, заметил, что так мало, кстати, этих монстров, когда, блядь, никого нету. Ты бочку взорвал? Да, это я взорвал.
А, птицы взлетают далеко, кстати. Можно смотреть на небо, если ты видишь, как птицы взлетели, понимаешь направление. Прикинь, не обязательно слышать их. Дима-то дем-то ебанул, и птицы с той стороны взлетели, понял? Mm-hmm. То есть не обязательно слушать звук, можно еще и на небо смотреть. Если птицы полетели, то значит что-то там есть. Доска. Да, и вот лебедь. Забирай эту хуйню. А, да? Возьму, Дима, возьми. Тоже возьми. Да. А как посмотреть? На Е? На Е, у тебя на 5 е секунд, просто. 5 секунд у тебя. Да, это я помню. Быстро смотришь и видишь ауру оранжевую, ну ты помнишь. Никого ты на выход. На северо-запад нам надо. Да, тут идти-то. Да. А желтые бочки тоже взрываются. Да, желтые взрываются, но не слабо взрываются. Ебать, салюти. Как бомба во Второй мировой летит, блядь, по звуку. Ебать, морской дьявол. Я помню, раньше им, сука, столько нужно было выстрелить. Да, да хуя. О, тут псы прям на телеге, прикинь. Димас, вот ты стрельнул, блядь, поэтому. Прикинь, он умер и напиздил. Все, да, и нет экстракшена, блядь. Да, и пизды на другой экстракшен. Ну, бля, это ж... Что, таких игр не существует? Блядь, сел. Два к ряду. Причем каких? Угу. Че, будем игры смотреть? Хотите, я... мне так классный хант идет. Нет, ну, хант вообще очень жестко идет. Ну, а если что, завтра посмотрим, ну, типа, видос. Я тем более думаю, еще парочку... Одну-две, я пойду отдыхать. Завтра, Гребничок? Ну, я не буду обещать. Если простой с настроением, то утром постримлю. Если нет, то нет. О, денег нормально дали, кстати, в этот раз. 1100.